Что делать, когда ты просыпаешься утром, а у тебя глаза в разные стороны, на улице ливень? Да, конечно же, ехать в Макдональдс за двойным фреш-макмаффином. Ну, вернее, фреш-маффином просто теперь. Вот. И не в Макдональдс, а во вкусную точку. Но это к этому я так и не привыкну, и вообще как-то не смогу. Вот, и теперь это получается не Макзавтрак уже, не Макзавтрак, а просто завтрак и точка. Это как-то вообще звучит по-идиотски. Вот что хочу сказать. Это офигительно вкусно. Я бы хотел, чтобы вот это вот жирное... Вот не буду распаковывать ни хрена, потому что развалится сразу, короче. Это жирная котлетина, жирная утренняя, чтобы она была в Макдональдсе целый день. Вот, а обычное меню ее мы можем вообще отменить, поскольку это вообще самое вкусное, что там есть. А обычное меню его просто нахер все целиком засунуть и все. Вот. Вкуснее этого, не знаю, что там вы любите, бигмаки свои, несчастные, я не знаю даже, как он сейчас называется, это самые, как оно, Гранд Чизбургеры эти ваши, и еще что-то там, Биг Тейсти, господа любят, говорят, но это все по сравнению с вот этой вот жирностью, вот это вот жирное, вот проглатываешь вот этот кусок жира, короче, вот, и вообще, ну ладно, разверну, наверное, покажу, а то многие не поймут. Вот, смотрите, даже заворачивать не надо, все и так видно. Блин, паразиты, не лезьте в мой бургер, а то я знаю, прокусите. Сыр, короче, две вот таких огромных котлетины. Тут вот видно одно, но они на самом деле так положены, что вот одна только высвечивает, а другая там внутри, короче. Две огромных жирных, это просто огромные куски жира, господа, огромные, вот такие здоровенные. Если ты таких две штуки проглотил, может быть сыт весь день, короче. Но если ты сверхжирдяйся, Влад Савельёныч, короче, Влад Савельёныч или Гарик Жиробабкинский, то три, наверное, три, наверное. Но к Гарику Жиробабкинскому это, наверное, не относится. Вот. Кстати, он у нас скоро, наверное, будет видео, если я опять не поленюсь. Гарик Жиробабкинский будет видео на этом канале. Короче, Гарик Жиробабкинский. Вот. Он ездит на машине, ему, наверное, половинки хватит, короче, на весь день. Вот, короче, и не надо ему париться, да? Уж из машины он не выходит, в общем-то. Вот, чего, и вообще странный тип он на самом деле. Стрим только в 5 утра проводит с 5 до 6. Непонятный тип, короче. Но вот это very best, это вот всем рекомендую. Макзавтрак, Макзавтрак, бывший Макзавтрак, еще не знаю, как называется. Вот, всем категорически рекомендую. Вот. Суперский, самый вкусный кусок жира котлетного образца, ну вообще, короче. И оптимально по цене. Одинарный стоит 130 рублей, а двойной, короче, двойной кусок жира стоит, блин, 170 рублей. Это вообще, для Макдональдса это копейки. Это ваш Биг Мак, он, наверное, уже дороже намного. Я не говорю про Биг Тейси, там уже к 300 рублям уже тянется. А соусенков-то там и нет, короче. Вот. А тут все жир такой, что никакие соусенки даже не нужны. Настолько оно жиром сочится. Ну все, болтать не буду. Проглочу сейчас прям так, заклюю, короче, и все. Тушить на том свет.